от рока! Так, нужно будет перезвонить еще через минуту. Мы, в общем, тут берем что-то интересное. Ой, ну блин, ну... Блин, топор бури надо брать вначале. Потом жажду крови. Понятно, что волка к тотему. Сайленс или Варген? Давайте Варгена. Вот она, жажда крови. С глаз даже не возьму, возьму жажду крови. Теперь. Так, дальше. Молния, окей. Хмелевар, хорошо. К Варгену лучницу, отлично. Но тут, да, лучницу берем. Главу культа. АОЕ. Нистовая гарпия, конечно, с Бладласта вообще клево ходит. Не возьму пока таунтера. Так, камнедробитель, таунтер. Наверное, камнедробитель надо брать, у нас варген есть. Или демон. Так, молния номер два. Так, ледяная. Нет, два железного. Чего-то там. Хорошо, рубашика. Ого! Внимание! Клево. Макрови Талнус, кстати, очень неплохо работает с этими заклинаниями всеми. Ну и плюс дро дает, которого у нас нет. Врач Сильвана. Блин, Сильвана тоже имба, кстати. Если честно. Причем очень мощная имба. Так. Сейчас я перезвоню еще. Thank you.
Так, ребят, продолжаем. Маккрови Таунус, Сильвана Ведрокрылая. Да, Макс тоже, кстати, очень неплохо заходит. По ту же грозу, да. Просто кобальтов надо тогда. Ну ладно, ладно, давайте Сильвана. Она более, наверное, стабильная получается. Так, спам, да, нужен. Раз у нас топор бури идеально, еще один. Еще спам. Все, правда, с перегрузкой. Да, так, тотема бафы. Второго полидемона смысла брать вообще никакого нет, а вот с рывком парня есть смысл брать. Так, наконец-то сглаз. Сглаз номер два. Наверное, нужно взять. Так, а кому нам восстанавливает здоровье вообще? Кто-нибудь в курсе? Даже не знаю. Гурубаш, что ли? Фигня какая-то. Ну ладно. Что возьмем сейчас кого-нибудь крепкого. Вот кого. Так, пока мне все нравится, да. Вот спам еще. Так, берем карту спам. Еще один сглаз. Так, а сайленсер у нас. Сайленсера нету. Давайте возьмем. Хотя если сглаз. Ну, ладно. Так, ну хорошо, еще одни духи. Странная колода, но в общем спам есть. Два топора есть. Перегрузки дофига. Погнали. Так, сейчас будет весело. Если он полидемона не сможет убить первым ходом, будет веселуха. А если сможет, то нам... Опа. Молимся. Считай, слили. Сейчас ход пропускаем абсолютно полностью. И отдаем инициативу оппоненту. Сейчас у нас 5 будет с перегрузкой. Нам бы зашел вольный элементаль в 2 в колоду. Вместо вот того же гнома-изобретателя и там еще что-то. Лечилки. Стал там. Был все идеально. Ой, какая. Да уж. Нас разруливают, да? То, что он топор тратит, это хорошо. Там даже не можем поставить, да? Все равно надо убивать. Пока он его не набахал или еще что-то. Но вот это нам убивать нечем, да? Теперь вроде есть чем, но он тут карты только наберет. Так, дадим еще ему одну карту или сразу хекс поставим? Нет. Пофиг, дадим. Зато, может быть, законтролируем стол, посмотрим. Это аркада.
Да, боялся этого. Решил в итоге. Вот у меня таких тотемов нет, у меня какой-то волк. Дурацкий. Офигеть. Причем сейчас будет даже лягушка у него тут тащить. Так, молния, отлично. Так, хорошо, давайте тогда попробуем грубаш поставить. Молнию вот сюда. Так, это здесь фигня. У меня есть большая пушка. Тоже фигня. Ну вот, вообще идеально. Хилинг? Нет. Хилинг тотем был очень, кстати. Так, ну, шаман взял, конечно, карт больше, но мы его явно переиграли сейчас, да. Хоть и 8 кп потеряли. Ну да, и вот он сравнял, так сказать, все, что мы играли, и тут Владлаз зашел. Уже не нужный. Что, будем спамить тотема. Верамон, привет. Бом. Фигня. Так, ну опять я надеюсь на... Тотем хилинга? Нет. А временно подумать? Так, тут есть кого убить, если что, да? Ставим волков. Так, ну он сейчас убьет нам тотем. Бури фигня. Особенно против этих парней. Ага. Окей. Это хорошо. Это мне нравится. Так, 1, 2, 3, 4, 5 урона и 23 дэмэджа. 24. Память меня подводит порой. Ну где же ты хилинг тотем, блин? Воу. Давайте карт наберем тогда хотя бы. Ждем, мы наберем карт. Что же делать? Потому что так карт нифига. Может сейчас Бладлад сделать и разменяться здесь так, как бы. Примкни к нам и умри. Давайте сейчас. Хоть как бы нанесем урона, да?
пинаем ему в щи какие-то. Так, ну в итоге. Вначале вот так вот. Если мы его не убиваем, 8, 12, 15, 23. Мы убиваем его. Точно. Он же сам себе два урона нанес, краб. Да-да-да, я подумал, что у него 20... Да, он же сам себя ударил, краб. Да, ребят, вы молодцы, посчитали. Я не видел, вы опять меня спасли. Спасибо вам. Респектосик. Рал и Малфурион. Я должен. Да, у нас шамана, кстати, природа. А, подождите. За молот рока. Штука, да? Полидемон. Против друида вообще тупо, потому что он всегда его убивает. Бред, бред. Ах, ты ж ёжик, надо все менять. Ладно, камнедробителя оставим, чтобы есть что убить кого-то очень противного. Так, полидемон вообще против друида не очень. Так. Что там с партнеркой на Твиче, спрашиваю? Да ничего особенного. Вроде бы. Да помогут мне сущи предков. Так, ну я вот этого боялся, конечно. Но с другой стороны, есть камни-дробители, мы можем лицом забрать. Да, 7 урона получим. Это же фигня, правильно? Мы можем, конечно, тотем разменять. Но нам очень... Мы можем... Да. Я думаю, лицом заберем. Правильно говорю? Чтобы карту не терять. Стихии, направляйте меня! Я мог, да, лучше не хочу я. Я хочу, чтобы у нас был мелкий спам, чтобы мы выставились под вас, и вот теперь я вот кусака сейчас отчалю. Простым способом. Этот тотем... Самый важный практически от шамана всегда, особенно когда есть спылы. А у нас они есть. Молния на 4 дэмэджа, которая бьет эту, за одну маночку. Ты называешь это оружием? Так, он пробивает, да? Окей. Вот она, молния на 4 дэмэджа, кстати. Так, молимся на тотем хилинга. Так, и ставим перегрузку под таунты. Я должен защитить тебя.
Так, три урона, да? Никак. Будет убивать сейчас. Передай мне тангенциальный прощатель. Не промахнусь. Ждем. Ждем следующего хода, когда черный зайдет, забафает. Бьет как-то. С глаз держим на 8-8 всяких. Теперь очень хочется дракона убить, конечно. Лучница сейчас отчалит еще. Печаль. Так, а вот гроза. 3-4 урона, во-первых. Да, 3-4 урона. Рискуем? Подумаем. Или обождем? Ты называешь это оружие? Возьмем, пока и так направляем. Время на подумать. Хилинг. Круто. Магия тебя не спасет. Так, а вот теперь лучше заходит, да? То есть точно убиваем одного хотя бы. Души леса сделал. Ну, замечательно. Да, теперь мы чистим все. Причем с главой культа. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Вот это плохо. Размах, если ГГ вообще будет. Да, по всем. Пора пустить кровь. Не смогли. Пока не набафался, убиваем. Да еще ничего не увидели. Вера, мой. Так, Хекс сюда идет. За орден! Иди сюда и сражайся, трус! Топор бури зашел наконец. Так, топором бури с ним сносим. Это... так. Да, ставим. Потом он... Пусть он сагрится на тотем. Может, затупит и не убьет. Беда вообще. Пипец. Это так больно вообще. Даже не можете представить себе. Стихии, направляйте меня. Я вот думаю забафать таунта. Мы должны очистить солнечный колодец. Ну, у него был этот, в любом случае, у него был комбо маг Долорана с размахом, это очень мощная комбо, особенно против шамана, поэтому, ну, тут как бы нечего говорить особо. Это как бы все норм. Понимаете сами.
Блин, убивает. Так, ну у него хотя бы карты кончились. Радует хотя бы хоть как-то. А у нас типа не хочет. Беги, направляйте меня. Давай. Так, топор светить не будем. Все равно успеем выставить. Но так слизняк может быть. Ну, озарение просто так потратил, клево. Полезная карта. Так, хилинга у нас никакого нет, по-моему, да? Нам осталось жить очень мало. То есть любой там размах, всякая фигня. Так, разрушитель чар. Заходит. Твоя магия тебя не спасет. Беги, направляйте меня. Где же ты таун тотем, блин? На 2 хп останется. Ну, в принципе, без разницы, что 4, что 5 хп, что 2, что 1. Абсолютно без разницы. По факту, да? Ну, блин, ну что ж ты делаешь-то? Смерть. Я умираю, блин. Пипец. Так не проперло. Как бы я ни сыграл, я просто погибаю. Меня просто убивает. Сиди, направляй тебя. Такая халява, блин. Таун тотем не зашел с 4 попыток. Мы бы выиграли, если бы таун тотем. Ну, видите, шаман. Как бы, блин, карт много спасал, на самом деле, очень много карт спасал. Любая молния, любая, блин, там пол колоды, тотем, так не повезло, на самом деле. То есть нас спасало, у нас была молния, духи дикого волка были, они спасали. Так. Таун, по-моему, вот этот был, да? Просто тотем взять. Камнедробитель спасал. Исцеление предков спасало. Да пипец, я это все там в 10 картах подлежало. И ничего не зашло. Да нормально мы все сыграли лицом. С размахом не повезло, так бы это окупилось. Из 10 карт где-то 50 карт спасало, плюс 3 раза по 25%, даже не по 25, а 33%, 3 раза по 33%, что выйдет таун тотем спасало. Вот это все, что сейчас имеется. Считайте шансы сами. Победа или смерть за молот Рока! Ой, блин, ладно вам, чего придумываете? 7 урона в лицо для того, чтобы законтролить доску, абсолютно нормальная тема. Если бы не размах, он бы просто проиграл. Причем не просто размах, а именно со спеллпауэром. Он бы просто проиграл. Бладласт спасал тот же, который был в колоде. Еще 6 карт. Ну, пипец. Так, а где чатик вообще СК2, кстати, куда он делся? Вот. Два топора. Положи! Да здравствует топор буря.
направляйте меня. Мы же сейчас питали 3 урона. Никто не против. В чем имба-то пора? Он за 3 раза сносит, по сути, может снести 3 карты за 2 одну манну, при этом впитать в себя 7 урона. О, клёво, отдача инициатива. Нормально. Чем хп там бы не спасало. Так там то же самое было. Ну, 7. Я 2 карты забирал за 7 хп. Тут 3 карты, по сути, забираешь. Все, то же самое. О! Клево сейчас будет. Вы такие пикари, я вам говорю. Ну, пожалуйста, я 7 урона впитал. Не буду продолжать впитывать. Зато у меня на столе вон, смотрите, что стоит. Если у него сейчас не будет размаха, а у него его нет, да помогут мне, то вот сейчас варген тут разойдется. Это вряд ли тебя спасает, дружище. Ну, конечно. Меня. Вот следующий карты Bloodlust. Ой, через 2 хода Bloodlust и ГГ. Это так ГГ на самом деле. 10 урона, 16 урона. Чувак просто приплыл. Как не ударил, я волком этого Рока сносил. Кажется, у него есть вихрь. Че, серьезно? Блин, ребята, у него вихрь! И ГГ. Че, не поймал вихрь? Тогда ливай. На потасовку надо 5 маны. Может. Хилинг тотем неплохо заходит сюда, кстати. Кстати, пыли демона надо было ставить сюда. Тут уже закрабил. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж делается-то? Я думаю, я победил, если честно. Это же потасовка. Ну вот он. Варген, зарешай. И... Ну все, заюзал потасовку. Неплохо сыграно. Своего нет, нельзя ударить. Ну, короче, чувак бэймит. Молодец.
напрашиваться. За молот Рока! Так, ну с глаз тут вначале не нужен против мага, точно. Я за чернокнижника играл. Всегда чалил. Сразу. Вот эта карта норм с героем Штормграда. Против магов. Единственный вариант вообще. Так вообще такой в минус ее играть. Ну, как всегда, самый нужный затем вышел. Чтобы по лицо получить. Not bad, как говорится. Еще тотемчик ставим. Ну опять самый нужный тотем. Ну ты достал, ну что за фигня? Вообще клево. Моя магия сокрушит тебя. Ой, ты завали ты. Ох. Явно что-то случилось, мальчик. Не спорю, класс классный, да. Моя магия сокрушит тебя. Да все мы поняли, что твоя магия сокрушит. А вот эльфийская лучница будет сюда стрелять. Наверное. Да, Верамон, на самом деле варлокам если научиться чувствовать именно вот эту грань, то клёво им играть. Но я иногда перебарщу, иногда не добарщу. И... в итоге получается вообще через одно место. Так, ну что тут, ауешить что ли? Блин, не хочется. Лучницей можно, да, убить его? Подождите, а можно просто? Интересно. Давайте. Да, лучницы просто убьем. Один выстрел, один труп. Не, молния нам надо уж. Молния убивала, надо. 4 урона вносить, а не один. Что же делать? У мага обычно мало спама. Да, вот этого нижнего, поэтому наш АОЕ против мага не особо нужен. Ну, скорее всего, не будет нужен. Что же делать? Передай мне тангенциальный вращатель. Логично. Пора пустить кровь. Так, можно сделать его. Так, под Flame Strike не хочется подставиться. Очень не хочется, ребят. Поэтому будем чистить здесь все, да? Получается, что так. Инрейджиться дальше, чистить все это дело. И ставить тотем и радоваться жизни. Flame Strike на одного грубаши будешь юзать? Нет? Что ж у тебя за карты там такие? Hmm.
Оксимарон. Not bad. Так, хорошо. На самом деле мы бы сейчас могли выиграть, да, если бы у нас кто-нибудь давал бы. Плюс. Ну, двойной удар сделал бы. Так, наверное, выставим этого. Будем особо придумывать. Прикрести перед мощью Штормграда! Пусть попаникует немного. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Ну, вот он сам изменился. Взял за это почетную карту. Так, 10 урона мы вписываем. 12 урона, у него 1 хп остается. Так, а подождите. 7, 8, 10, 13. Ровно убиваем, если никого не убьет. Все, победа. Победа, ребят. Ты называешь это оружием? Мы должны очистить солнечный колодец. Зальем! О, против паладина пыледемон лучшая вещь вообще, которая есть. Это я уже говорил неоднократно. Так, а давайте так... Нет. Да, ладно, давайте так и оставим. В любом случае 3 маны у нас будет следующий, потом 4-4. Да. Против паладина пыледемон лучшая вещь. Если у нее нету за одну ману таунт, то он приехал. Ну, не за 2 маны таунт. Только так можно сконтрить паладин. За одну ману мы видим, что у него нету. Соответственно, ставим полидемона. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. А, замечательно. Ну и тут здесь у нас есть два варианта, да, как сыграть. Ударить два раза в лицо. Скорее всего, так сыграем. Я думаю, он сам будет меняться. Бафа у него еще нет. Я на страже. А, нет, видишь, такой, окей. А уешка у нас есть? Есть. Ну и все контрится, на самом деле, у нас здесь. Вот эти монетку пока придержим. Поставим спам. И лучше на четвертом ходу грубаши возьмем. За орден! Помогает. Единственное, меня пугает, здесь есть, у него есть его дурацкий баф. Да, есть. А вот с этим у нас проблемы могут быть. Теперь. Так, хорошо, повезло, что он... Гроза 2-3 плюс волк. Такая возможность есть, да, есть. Можно также увеличить урон сюда. Можно поставить вот этого. Взять, набрать карт каких-то. Хоть каких-то. Что же делать? На самом деле, если он еще раз его бафнет, то будет уже неприятно очень. Так, 5 маны, да, еще раз? Нет, давайте кушать карты. Кстати, вот и молния. Ну, ее будем держать. Ну, Silence один только в колоде.
В общем, вроде сносим, да? Если он сейчас нас спамит, соответственно, сразу. Отлично. И давай еще этого. И я надеюсь, он забафает какого-нибудь яичку, самое лучшее. Да, все, идеально. Идеально. Так, гроза. Что придумывать не надо. Та-там. Вообще не слышно. Что значит не слышно? Меня не слышно? Вроде меня все слышат, а ты один не слышишь. Кода сожрал, окей. Жду приказаний. Так, хорошо. Значит, спамим, наверное. Мы должны очистить солнечный колодец. Так. Так, можем поставить героя Штормградца, да? Ставим. В наступление. Сносим здесь. Так, здесь перегрузка здесь. Да, заюзаем сейчас перегрузку тогда. Надо убивать его. И молимся, чтобы герой Штормграда дожил до духов. Ты называешь это оружием? Блин, не дожил. Фак. Это очень фигово. Реально фигово. Мне нужна сталь. Так, подождите-ка, что-то он тут задумал, непонятно такое. Он все равно спамит, спамит. Конца этому спама нету, да? Так, надо подумать. Вызываем волка тогда. Смотрим, что у него там. В наступление. Нет, секрет все-таки есть. Черт. Ложись! Ладно. Тогда тебя оставим. Не туда, да, с Динго поставил, а Боливею ставить. Здесь, соответственно, видите, он спокойно убил тотема, так бы он не убил. Оруженосец, со мной. Блин, он меня в любом случае переспамливает, смотрите на него. Ну, ему нужно будет отдать двоих теперь, чтобы разбить... А, нет. А, ну, в смысле, он задержался, окей. Хорошо, хорошо. Так. Здесь не получается никак. Здесь тоже как-то смысла нет. Нужно было... Ну, короче, давайте тогда так. Так. Волка тогда меняем, наверное. Ты называешь это оружием? Волк. Пить это. Паладин, конечно, спамит как молодец. О! И где наши хиксы, кстати? За орден! Кто не в курсе, да? Бладластом, кстати, походу убиваем. Мне так кажется. 8-7. Так плохо, да, еще. Лечилочка на максимум, и все круто. Так, ну понятно, что тут очевидный ход вот этот. Начало. Далее. Смотрим какой-то темп. Таунсер. Замечательно. То есть, в принципе, следующим ходом, если этот доживет, он может
Это плюс 3, 7, 14, да? То есть мы можем его убить, по факту. Нам нужно щит снять, чтобы не выпендривался. Сделать этого таунтом тоже, на всякий случай. И спамим. И внезапно должны победить. Окей. Окей. Победа вроде. Да. Неплохо сыграно. Что приказать? Неплохо сыграно. Один. Ох уж эти варгены. Рал! Андуин! Свет дарует мне победу! За молот Рока! Или сайленсера сразу оставить. Ладно, давайте сразу оставим сайленсера. О, ГГ тут какой-то. Если бы полидемон зашел, был бы приятней. Картинка огонь прям. Я повелитель магии. Офигеть, вызвал то, что мы вообще не убиваем. Клёво. Молодец вообще. Мы должны очистить солнечный колодец. Замечательно. Это очень хорошо. Прям лучше не бывает, если честно. Ты называешь это оружием? Наступление! Я не буду никого исцелять. Кстати, можно было тотемом ему убить. Было бы лучше, наверное. Он все равно пошел это убивать. Просто да, у нас три. Тут как бы чел стоял бы более нормальный. Ставим тогда вот его, если он хочет более новую какую-то сделать. Тоже Гурбаш, окей. Тогда пора делать так. Стихии, направляйте меня. Наступление. Перегрузочка на 5 следующим ходом. Следующий ход практически пропускаем, да, у нас есть топорик, у нас тотем и исцеление. Это все, что у нас есть на следующий ход. Почему он ливанул?
Так, ну вот опять друидишка. Опасный друидишка опять. Я должен защитить природу. За молот Рока! Я сейчас глаз уберу. Против друида с глаз надо иметь всегда в конце. На всякую имбу. Тебе нужно благословение. О, ну ты ученица сыграла. Будет разбивать лицом, то он полностью захватывает инициативу. Сейчас не полностью. Он же монетку не тратил, да? Да, это арена, ребят. Эх, жалко, он меняет свинку. Нужно, если он не убьет сейчас его, будет круто. Нет, убьет. Надеюсь, жаль. Тебе нравится моя изобретательность. Ну ладно. Следующим ходом тогда. Как вы думаете, сейчас попробовать поставить по двумя таунтами полидемона? Или все-таки тотем? Давайте сейчас. У него просто на 5 маны, а ОЕшка на 2 по всем заходит. Также размах 4. В общем, нормально. Пропёрло, можно сказать. Так, и следующим ходом на герой Штормграда под полидемона, если попадет, вообще клево будет. В общем, гневом снимает его. Вообще злой смотри. О! Вот и легендарка зашла. Оказывается, она у нас есть все-таки. Так, а давайте отправим к следующему. Хилинг тотем зашел вовремя. Опа, да, лагануло. Мне нанести удар. Что за фигня? Кто там качает? Так, ребята, там лагает очень жестко. О, беда. Сейчас.
Посмотрим, это Wi-Fi или нет. Сейчас смотрим, что произошло. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, Wi-Fi отключил. Все равно не помогает. Значит, другой. Сейчас. Я уже знаю, что там происходит. Сейчас все будет. Это оружие. Бам. Блин, теперь единицы тут некого. Ага, вот что есть. Вот оно что, Михалыч. А я-то думаю, что за фигня-то такая. Сейчас. Блин, ого, что за фигня произошла? У так, меня нет её. Времени на это. Ставим ее. Вот таунтик зашел, нормально. Сильва нам как раз ждал. Дерево. Так, ребят, лагает, сейчас доведем игру до конца, будем разбираться. Кто нам там выключил интернет? Что же мне делать? А так good game в лагах. О, разошлось 1400. Лекаря! Было 500 человек? Нет, не было. Так, лекаря, варген. Он тут решил нас спамить, потому что боится, что Сильвана тут дерево перемает. Скорее всего, он сейчас будет бить и Сильваны добивать, как-то не знаю. А, нет. То есть так, да? Тогда нужно... Нет, тогда героя Штормграда ставим, наверное. Скорее всего. Сильваны убиваем и забираем одного из этих... Никто не должен выжить. Так, Варгена забрали, отлично. И он становится... Здравствуйте, 5-5. Залагало, ребят, сейчас закончим партию, я сделаю стоп-старт, интернет попытаюсь пофиксить. Если я начну его фиксить сейчас, мы вылетим из интернета. Это неприятно, в общем, он будет меняться. Или не будет меняться. Хитрее сделал, да? Ищи огонь. Ладно, разрулил, молодец, разрулил. Стихи, направляйте меня.
посмотрим. 6, 8, плюс 12. 20 урона у нас в руке. Выключи торрент. У меня не включен торрент, ребят. Так, он берет две карты, вот это плохо. Пантера. Пантеру мы с руки убиваем, в принципе, легко. Так, подождите, мы его убиваем, что ли? Кажется, да, да? Сколько мы насчитали? Подождите, давайте еще раз. 8 плюс 12, 20, да, убили. Так, лаги отпустили, да, я так понимаю? Или нет? 1200, 1100. Ребят, лаги отпустили? Похоже, да. Да. Тогда ничего не меняем. Отпустили лаги. О, паладин опять полидемон в начале. Это гуд. Это значит, мы будем веселиться. Ой, топорик еще. Вообще идеально. Таунты есть? Таунтов нет, получив щи. Ничего приказания. Раз. Два. Что кроколиска мы не убиваем. Поэтому ставим вот это. Я щит Аргуса. Так, теперь убиваем, да? Вытаскиваем, а вот это? Стихии, направляйте меня. Давай так. Не знаю, наверное, я даю же монетку тогда. Стал же сразу и... дам его по щам. Хотя можно было под освещение меньше подставиться, нанести урон. Стандартная практика. Что приказать? Убийство. У нас все плохо, да, типа? Так, ну ладно, давайте проверим, что у нас там. Берем сюда, все. А нет, не ок. Искупление в начале работы. Окей.
О! Смотрите, кто зашел. Кто зашел к нам на огонек? Так, ну давайте смотреть, давайте смотреть. Тянем карту. Передай мне тангенциальный вращатель. Так. Еще. Опять я не с той стороны поставил, все. Как обычно. Волком убиваем его. И стоим, ждем. Что же он будет делать? Слушайте, он надоел. Где хиксы-то? Хиксулечки! Омага. Больно, блин? Так, давайте залетать. Вот сюда правильно поставить. А временно подумать? А вот из глаз. Познавательненько как-то. А временно подумать? Так, с одним разобрались. Да ты достал! Сколько можно выдавать всякую фигню? О, смотрите, он лоханулся. Извините. Выражение. А, даже так. Так, хорошо. Я думаю, это сглаз. Да. Давайте тотем разменяем. Ты называешь это оружием? Направляйте меня. Это я и мистер Кусака. Так, то, что он так спамит, тут тоже мне не прикольно. Северные волки готовы к бою. Воу. Полегче. Дел совсем. Но не хватает маны, чтобы все заюзать. Обидно. Но с глаз опять придется юзать, да, последний. Получается, что так. Это еще придержим. Варгену будет плохо, кажется. Готово. Стихии, направляйте меня. По картам все плохо, ребят. Хотя, в принципе, это ничего не меняет. Ага, он типа такой... А варген не страшно? Ах ты... Ах ты ж... Жду приказаний. Так, ну ладно. Трепещи перед мощью! Тогда размениваемся, получается, так? Придется, ребят, размениваться, к сожалению. Ты прав? Блин, или не размениваться? То есть хочется, в принципе, его убить следующим ходом. Такое возможно, да, если вот этот... Нет, возможно. Давайте попробуем. Стихи, направляйте меня. Мы таунтом контролим его. Меняться не буду. Даже если у него есть освещение, он никак не убивает провокацию в любом случае. Следующим ходом ему надо что-то делать, или он проиграл.
Скорее всего, он проиграл. Все-таки две карты у него. Твоя магия тебя не спасет. Ну, Сайленс не так страшно. Лучше на тотем отдаем. Ну, подождите, а мы его не убиваем? Мы все равно его убиваем. Да. Ей! Шаман победил. Так, а где? Так. Что за фигня? Почему зависло все? А. Так, опять против нас паладин, да? А пыледемон, кстати, с камнедробителем вообще ништяк тема. Давайте так. Так, приватные. Отлично. О, халява опять. Следующим ходом прикроем лучницу. Цель отмечена крестом. Да что ты. Я не страшно. Сколько часов стрим идет? Где-то 7 или 8. Так. Я не хочу его поймать. Жду приказаний. О, идеально. Лечись. Камнедробителя нужно... Еще успеем пройти, в общем-то. Жду приказаний. Ого. О, идеально. Тогда разруливаем здесь потихонечку. Беги, направляйте меня. Not bad. Дай мне задание. На стриме нет задержки, просто лаги. Ой, опять лаги начались. Подлагивает немного, ребят. Просто подлагивает, к сожалению. Так, а вот этого надо убивать, как бы, по-быстренькому.
Придется юзать камнедробитель. Вставляем бомбеж. Вставляем его для спама. В общем, это победа, мне кажется. Было бы неплохо героя Штормграда поймать сейчас. Нет, не зашел. Передай мне тангенциальный вращатель. О, так тоже неплохо вроде как. То есть Варгена можно разменять, но Варгена разменять не хочется. Хочется его заинрейжить. Да, я что-то стукнул опять. Но здесь тогда меняем, да? Пофиг. На пофиг меняем пацанов. Правда, Варген сейчас остынет опять. Но это ничего. Зато он каждый ход может убивать подкрепление, да, инрейджиться. Ну, сейчас, кстати, заинрейджится получше. И, соответственно, все будет клево. Ага, убьет Варгена. Маны дал побольше. Так. 8 плюс 4 на 3, 12. Мы его убиваем. Победа. Восемь один. Нет, у меня ключа нету больше. У меня было 4, я их раздал. Разыграл на стримах. Появится еще, будем еще разыгрывать. Ну так Bloodlust, он и шаман колодец. Для этого вся тактика и есть. Заспамить доску, получить Bloodlust и выиграть. Логично. О! Начнем сейчас с пыледемона тоже. Причем пыледемон может зайти с дробилкой и 12 урон нанести. Это для него. Смотрите. Если он его не убивает, то дробилку, наверное, поставлю. А может не дробилку? Может быть сыграть тогда монетку? Клево, мне нравится идея. Здесь два и поедь. Следующим ходом зайдет топорик, и этот опять вроде как два раза будем жарить. А нет, придется меняться здесь. Дробилку, наверное, не будем использовать. А просто сыграем так. Сыграем так. Ставим тотем. Пыледемон, конечно, себя купил. Просто очень жестко. Дай мне задание. Нет, сегодня не разыгрывал. Ну, халява, ребят, опять. Направляйте меня. Задание не выполнено. Мне кажется, Хантер спекся. Что мне делать? Бобер, ты силен. Кстати, можем заинрейджить Варгена. Следующим ходом нанести 14 уровня.
Нет, он против. Передай мне тангенциальный вращатель. Стихии, направляйте меня. Ну что ж, окей. Ох уж эти рывки. Я думаю, что я верну парня. А временно подумать? Вот, держи кружечку. Тихи, направляйте меня. Нормально, разрываем. На самом-то деле. Интересно. Да. Слабенько, если честно. Твоя магия тебя не спасет. Ой, забыл ударить, ё-моё. Не ударил. Это было ошибкой. Ну ничего, поиграем с ним еще. Разве убивал? Ну, значит, убивал. Может, я и в этот убиваю? Никто не в курсе. Трепещи перед мощью Штормграда! По мне так и так норм. Волк и Бладласт и все. Нет, давайте его убьем тотемом. Это я спустил собак. Човеркил. Так. Девять один. Шаманчик. Ну что это за крабство? Какой золотой прилив ман. Золотая легендарная карта! Золотая легендарная карта!